Аграрии, производители сельхозтехники, эксперты отрасли и представители власти на два дня собрались в селе Лобаново. Опытное поле НИИ сельского хозяйства стало площадкой для демонстрации всех современных агротехнических разработок. Григорий Аркадьевич, механизатор со стажем, осматривает кабину самоходной косилки КСО-1. Так удобно. Ну, вижу, что кондиционер есть. Будет комфортно. Компания «Тюмень Агромаш» – официальный дилер «Россельмаш», является постоянным участником «Агрофеста». «Россельмаш» уже 90 лет занимается производством сельскохозяйственной техники. Помимо косилки, они представили новый зерноуборочный комбайн «Нова», а также хорошо известный аграриям трактор 2375 и кормоуборочный комбайн РСМ-1401. С «Россельмаша» у нас есть комбайны и зерноуборочные, и кормоуборочные. Трудится на наших полях, устраивает всем. Сама фирма, менеджеры, сервис – очень хорошие ребята, нам с ними комфортно и приятно работать. Хорошая новость для клиентов и партнеров. «Россельмаш» открыл в Пермском крае дилерский центр. 7 дней в неделю мы оказываем помощь. У нас есть линии горячей поддержки, у нас есть сервисные бригады, которые выезжают непосредственно на место, проводят техническое обслуживание. Также мы фактически можем предоставить технику на пробную эксплуатацию. Новый дилерский центр находится в поселке Култаево по улице Кольцевая, 32/1.